аромалампа, эфирное масло, свеча и немного воды. Снимает зубную боль, мышечную боль, боль в суставах, боль во время менструации у женщин. Иначе пожар. Всем привет, с вами компания «Ромашка» и Наталья Новикова. Расскажем вам про лучшие эфирные масла для аромалампы. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Создать приятную атмосферу дома легко с помощью ароматов. Для этого вам понадобится аромалампа, эфирное масло, свеча и немного воды. Для того, чтобы начать личный сеанс ароматерапии, необходимо налить в чашу для испарения воду, добавить несколько капель эфирного масла и зажечь свечу. Благодаря медленному, постепенному прогреванию чаши, воздух в помещении насыщается ароматом. Использование масел таким образом не просто приятно, но хорошо влияет на здоровье, когнитивные функции и нервную систему. Подбирать ароматы правильно не только носом, но и по запросу. Как же выбрать подходящее масло? Разберем с вами несколько самых популярных примеров. В лечебных целях можно выбрать следующие ароматы. Антибактериальные – чабрец, тимьян, гвоздика, душица, лимон и чайное дерево. Против головной боли – мята разных видов, лаванда, майран, ангелика. Отхаркивающие – эвкалипт шаровидный, найоли, мирт, розмарин. Подробнее о маслах от простуды и гриппа мы рассказываем в этом видео. Для влияния на нервную систему выбирайте эти ароматы. Тонизирующие – гвоздика, имбирь, корица, лимон, мускатный орех, розмарин, цитронелла. Улучшение когнитивных функций – розмарин, эвкалипт, лимон. Седативные – петитгрейн, валериана, нарт, лаванда, роза, сандал. Летом против насекомых пригодятся герань, гвоздика, эвкалипт лимонный. Обсудим лучшие эфирные масла от головной боли. Мята обладает мощным анальгетическим и спазмолитическим действием. Работает не только с головой. Снимает зубную боль, мышечную боль, боль в суставах, боль во время менструации у женщин. Но при накожном нанесении в дозировке от 1 до 3% в базовом масле. Лаванда – хорошее средство для снятия головной боли, тревожности, бессонницы, мигрени и головокружения. Лимон облегчает головную боль, помогает справиться с мигренью и тошнотой. Больше идей на случай головной боли вы найдете в этом видео. Лучшие эфирные масла при тревожности. Длительное застревание в тревожных мыслях и чувствах очень истощает организм. Если вы чувствуете, что не справляетесь, проконсультируйтесь со специалистом. В качестве дополнительной помощи прекрасно подойдет ароматерапия. Выбирайте цветочные масла, аромат которых вам кажется приятным. Лаванда, роза, нероли, иланг-иланг, шалфей мускатный, герань, мелисса. Также с тревогой хорошо работает бергамот. Используйте в аромалампе в дозировке 2-3 капли на каждые 5 квадратных метров помещения. Эфирные масла можно использовать в моноварианте, но интереснее раскрываются и легче воспринимаются они в составе смеси из 2-5 масел. Ловите проверенные сочетания от нас. Первый рецепт пригодится нам при бессоннице. Для смеси нужно 2 капли шалфея мускатного и 3 капли лаванды. Используйте масла за час до сна. Следующий рецепт – афродизиакальная смесь. Она снимает стресс и поднимает чувственность благодаря томному шлейфовому пачули. Нам понадобится 1 капля пачули и 4 капли бергамота. Следующая смесь для концентрации внимания. Мята – 1 капля. Подойдет любая, берите на свой вкус. Лимон – 3 капли. И розмарин циниольный – 1 капля. Приготовим отличную антистрессовую расслабляющую смесь. Лаванда – 2 капли, герань – 1 капля и дерево хо – 2 капли. И еще один рецепт для бодрости и энергии. Мандарин – 2 капли, лимон – 2 капли и мята – 2 капли. Еще больше рецептов вас ждут в статье на нашем сайте. Ищите ссылку в описании под видео. Обращаем ваше внимание на некоторые правила использования аромалампы. Первое. Следите за количеством воды в чаше аромалампы. Она не должна закончиться. Иначе пожар. Масло будет гореть, а не испаряться. Второе. Начинайте всегда с минимальных дозировок, при необходимости увеличивая концентрацию эфиров. Третье. Не проводите сеансы ароматерапии дольше, чем полчаса. Идеальное время 15-20 минут. Четвертое. При наличии серьезных заболеваний предварительно проконсультируйтесь со своим врачом или ароматерапевтом. И пятое. После сеанса ароматерапии обязательно проветривайте помещение. Если у вас остались вопросы, можете задать их в комментариях под этим видео. Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно.